С историей земли Тюменской знакомятся сегодня ребята, приехавшие с Крымского полуострова. Один из молодых крымчан заканчивает первый курс и уже полны впечатлений. От города, от людей и от вуза, радушно принявшего южан. С гостями областной столицы встретилась Анастасия Лизаревич и узнала, готовы ли они связать свою жизнь с Тюменью и влиться в наши ряды. Здесь не ставят ни пятерок, ни двоек. Вместо оценок – бально-рейтинговая система. Екатерина Медведева к необычным стандартам обучения в Тюменском нефтегазе за полгода уже привыкла. А вот преподаватели далеко не все в курсе, что в этой группе на геологов учится студентка из Крыма. Нет, вот от вас узнала, что из Крыма, потому что поблажек никаких не было для девочки. Учится, как и все остальные студенты. А это будущие бурильщики, инженеры и машиностроители. Борщ, Геркулес, Феликс и Соловей. Но эти погоня для друзей, для тех, кто остался в Евпатории, Джанкое и Красногвардейске. Сразу 11 гостей Запада вступили в ряды тюменских студентов. Каждый из них прошлым летом прошел испытание, поступил на бюджет, получает стипендию 1725 рублей в месяц, считает, что ему в жизни повезло и восхищается Тюменью. Город очень дружелюбный. Вот что меня поразило, у нас немножко не так, вот меня здесь порадовало это. Вообще чистый. Студентов, которым в Тюмени для счастья не хватает лишь моря и вареной кукурузы, набрали по спецпрограмме Министерства образования России. Места выделили дополнительные, не в ущерб тюменским абитуриентам. Большинство ребят заключили договор с компанией, которая предоставляет им какие-то бонусы, оплату, допустим, за общежитие, помогает им слетать домой пару раз в год, то есть выделяет на это средства. Но ребята взамен должны будут отработать потом какое-то время в данной компании. Точнее, 3 года, но они согласны остаться и дольше. Все в детстве там мечтали об этом, космонавтом, летчиками всякими разными. Ну, приходится по жизни думать вперед, что где и как вертеться. Вот и выбрал бурение. Надо помогать стране. Какой? Теперь не вопрос. О планах на будущее Александр Соловьев вечерами пишет маме онлайн. А сегодня выкладывает фотоотчет с митинга в честь годовщины присоединения Крыма к России. В тот день тортом по спецзаказу крымчане накормили все общежитие. Анастасия Лизаревич, Андрей Захаров. Тюменское время.